Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал Таежный Роман. И сегодня мы с вами отправляемся на рыбалку на секретное Таежное озеро. Как вы догадались? Молодцы! Все озера у меня секретные. Правильно вы сказали. Смотри, что вам хочу показать. Вот техника стоит. Бурашка стоит мой. Вот так вот взгляд переводишь. Смотришь. А тут вот так вот косачи сидят. Тут. И вот даже, знаете, я вот сейчас покажу вам, сориентируюсь, во. И вот там вот на поселке тоже дальше сидят. Везде. О, ёпусть. Вон они сидят. И здесь у меня во дворе прям сидят. Вот. О, блин. На выстрел. Этот вообще на выстрел сидит. О. Да, возмущаются, что сидят. О. Вот та-та-та-та. Во-во. Этот сторож сидит, возмущается. Курлыкает. Сейчас буран заведем, все равно полетите. Так что привет вам от тетеревов, которые атаковывают деревню. Едем вот на рыбалку. Вот такая вот история. Вот там кто-то ползает. Тетерки одни. Еще в кустах вот там. Ветер капец. Штук 50 где-то. Да, считали штук 50. Вон там далеко ходят. Можете посчитать. Ветер сегодня пипец. Самое время проверять самоловки называется. Я пару кирпичей взял для груза, чтоб не снесло на лыжах. Я рюкзак надену с санками. Во! Вот так вот. Привет вам от тетеревов. Считайте, пишите в комментарии, сколько насчитали. Дорогие друзья, мы находимся на рыбалке. С нами
Как вы думаете, кто? Ох, пенсия рулит. Пенсия рулит. У него на самоловку что-то, блин, поставили. Назад едем, думаю, дайте проверим. Не знаю, что, но что-то приятное. Приятное прям. Приятное. Так. Щука. Да? Не знаю, извиняйтесь за звук. Ветер метров 10-12 секунд. Бывает с ног. Порывы такие. Тоже щучка. Смотри-ка. Здоровая. Так она носом не входит, попадайся с ней, не торопись. Так а я ободаюсь. Как ваше ощущение? О. Вон она. На рябушку, видишь, как они, зараза. Блин. Я загнулся. Смотрите, пятерик. Нет, четыре. Ничего. Четыре. Четыре. Смотри, чуть-чуть. Ранение. Ну, наверное, от спиннинга или от чего-то. А? От спиннинга или от чего-то ранение. Ну, дырявая она вся. А как бы нам это? Ё. Четверик взяли. Я тащил. Ты вырезаешь. А что вырезаешь? Ты пробуй дернуть. Не дернуть, а потянуть. Ты ее оглуши сначала. Блин, четыре, четыре с половиной. Весим вам. Игорь без мент с собой не взял. Не взял. Вот так вот. Что-то можно точку будет забить потом, слышишь? Воды, блин, завтра не подъехать. Завтра будем брать с тобой. Ну, ребята, смотрите, так, если вы смотрите. А ты вот бок под... Но, ты подними. Зачем? Так вот, и вот так. Ну что? Где там у нас? Пробуй так потихонечку. Пациент, тяни. Наверное, что-то не доглушил, не? Что пасть-то не открыла она нихера. Попробуй потянуть. Вот как на ряпушку-то любят. Все, что-то появилось. Это эти крючки гадские. Да, слушайте, повезло. Крючок гадский. Я аккуратненько. Ну вот, дорогие друзья, посмотрите. Ну, это был день постановочный. Это да, это мы поставили и назад решили проверить. Ну это вот явно тут что-то было. Или крючок. Какое-то ранение. Так, дорогие друзья, пишите в комментарии, кто что думает про вес. Вот я говорю 4200, 4300. Вот так вот. Где-то. А ты сколько скажешь? Ну-ка. Ну. Я даже не поднимал. Я вот так примерно говорю. Тоже, да? Короче, пишите вес, кто что хочет. Вот смотрите, вот так в санках покажу еще. Секретная ламбина, мы вам не показываем. Вон ледобур, вон топор, смотрите, вон топор рядом положить. Вон, смотри, у меня тут тоже ранение какое-то. Она вся какая-то. Вон топор, ну топор большой. Вон она. Да. Удивлюсь, если будет 4800. Ну, 4300, ладно, я даю вот так вот. Я 400. 400. Давайте пишите, потом будем это взвешивать и посмотрим, кто у нас победит. Так, дорогие друзья, Игорь, тебе большое спасибо. Сейчас будем взвешивать. Вот это? Да, так, держи, цепляй, пошел. Сейчас мы узнаем, ты это, снежок-то отряхни, а то там будут. Писарчуки писать потом будут, что типа сколько вот снега, льда. Снега, льда? Знаете, вот снег. Я сказал 400. Давай, давай, сказал, поднимай. А ты там что-то вообще 4300 загнул. Сказал. Ну что? 4300. Да ну, смотрите, дорогие друзья. 4200. 4280, это 4300. Блин, глаз алмаз просто. Вот так вот. А вы мне не верите, все говорите. Вот, что-то ты там, окуня, не такие. Вот, глаз алмаз.
Так что давайте отписывайтесь. Я 400 сказал. Ну, а я 4300. Ну, ладно. Пойдет. Короче, это, пишите там в комментарии, кто угадал. Кто первый угадал. Интересно будет посмотреть. Ну, камера, конечно, искажает немножко.